Привет, друзья! Давайте послушаем с вами, как звучит у нас реплика на черный Рикенбакер. У меня есть видюшка с санбёрстом, вот, но народ просит черный. Вдруг действительно черный цвет как-то по-другому звучит. Вот, шутки шутками, ладно, давайте посмотрим. Послушаем, раз просят, значит надо. Бриджевый датчик. Яркий, мощный бриджевый датчик, который, наверное, ну сейчас там расстояние до струн около сантиметра, если его поднять еще выше, звук будет еще сильнее лупить, будет еще ярче. Нековый помягче, как бы помаслянистей, в общем, достаточно широкий спектр. Вот. А если все это дело еще пустить в какой-нибудь компрессор, то вообще будут чудеса. На этом видео заканчиваю.